Так, сейчас будем иметь сердца. Количество врагов, в принципе, первые этажи довольно насыщенные. Так что я думаю, быстро полечусь. Тут должны быть монстры. Министры, которые... Игра все еще сложнее как бы не стала, потому что я челленджи выполняю. Забьев паучков не дают ничего. Насколько я знаю. Никакие эффекты они не могут прокать. Дамага. Подгон. Причем хороший подгон. Тупой челлендж все-таки. Просто два этажа немножко регенишься, а потом играешь обычный забег. А бомб-то нету, серьезно? Часики. А, одна монетка выпала. Отлично. Шанс на планетарий. Как-то получилось. Ладно, давай осторожно. Окей. Повезло. Хотя этот челлендж не требует каких-то айролов, как спид, например. Да не открыто еще планетарий, в том-то и прикол. Кстати, я не знаю, планетарий открывается рандомной ачивкой или... Или там выключен рандом.
Так, я бы хотел, наверное, взять книжку Белява. Или, может быть, просто все в статы. Мне нужно место на синие сердца. Поэтому я уменьшу себе красные. Блин, ладно. Видимо, так придется. Ну да, вампиризм не должен работать на микропаучках. Потому что на них никакие эффекты не срабатывают вообще. Они, в принципе, за врагов не считаются. А я сейчас подумал, что смысла в этом не было. Избегать этого самого. Пытаться уменьшать свое ХП. Потому что у меня все равно обжора, я сейчас все равно обожрусь. На самом деле Фолева ничего не придумал, видите? Ползает. Челики ползают по полу, видите? Это не враги. Но если я в них выстрелю, их можно будет убить. Не, эти выстрелами не убиваются. Но если их раздавить, они убиваются. Мошки. Обычно на такое не обращаешь внимания. Так вот, они просто добавили сопротивление немножко этим паучкам. Вот и все. То есть такая механика всегда в Айзеке была. Забавно, белое сердце. Прощаемся с синими сердцами тогда. Будем обжираться. О, это, кстати, интересно. Я думаю, я не буду брать литого этого. Так ли мне нужна кошка? Да не, мне она не нужна. Вот орбиталку я возьму. Или кормить как-то не хочется. ХП все-таки важно здесь.
Нужны ключи, нужны бомбы. Нужно все. Ключи есть. Я забыл. Я бабика хотел взять. Да, убийство врагов продлевает эффект. То же самое, что и с супом. Это буквально тот же самый эффект, только послабее. Мечные мне не нужны, а вот там два сундука надо было бы открыть. Не, больше не получится. Это очень хорошо сейчас. Прямо идеальный предмет. Пенька не запрокалась, ну и ладно. Надеюсь, в мешке будет бомба. Да, будет, даже две. Так, а где? А вот. Жесть, у меня урон, конечно, 20. Адреналин нагет. Эх, какой же я медленный. Вообще не настолько уж и медленный, но все же да, медленный. Оу. Фига себе, какая удача. Фига себе, какие лаги. Они даже двери разбивают, нифига себе.
флаг, конечно, интересный звучит, но нет. Блин. Понимаю, понимаю. Недостаточно понижения, видимо. Блин, этот звук. Ах ты ж козел. Минус сделка. Ну ладно, будет стандартно. 100% будет на следующем этаже. Надеюсь. Надеюсь, я не солью ее. Хотя мне особо-то и не нужно. Я и так отлично себя чувствую. Третий раз за сегодня уже риск награду вижу. И зачем она мне сейчас? Обожравшийся вампир. Наверное, мне тоже не полечило ничего. Потому что хп апы тоже не лечат. Это странная комната. Spider unboxing. Spider unboxing. Кринжовая озвучка. Я не знаю, сколько у меня хп. Fish oil. Пора уже перестать жрать. Блин, тут перелом.
Но пропустить ломб гораздо важнее будет. И, кстати, я все-таки перелом открыл именно, а не хрупкие кости. Хрупкие кости — это brittle bones, а я открыл compound fracture. Так что да, я открыл то, что как паразит. Потому что проклятие. Поэтому император. Он как бы телепортнул, но потом проклятие решило, что нет. Что я не пойду туда. Ауч. Нифига себе, какая у него атака жесткая. Shot speed up. Lock down. Тупик. Прикольно то, что Little Horn обычно даже с пробоем как бы останавливается, чтобы уничтожить цель. Но из-за Стивена он начинает пробивать, потому что там пробой как-то по-другому работает. Это очень классно. Интересно, они добавили этот предмет в дроп Стивену? Было бы забавно. Он превращает врагов в мультидименшнл бэби. При этом ты их пробиваешь. И все еще наносишь им урон. Еще один челлендж пройден. Эти штуки, конечно, меняются. Текстуры там они разно выглядят, но я не знаю, какие это именно. Либо это релакс Addicted, либо это перкс и... Что там противоположное перк? Подождите, перкс и аддиктед — это вместе, да? А релакс и три вопроса, по-моему, что ли? Короче, неважно. Так или иначе, челлендж пройден. Подождите, а пройды разве не до Айзека? Это релакс? Окей.
Все равно сейчас скоро узнаем. Да, пройду и до этого. До сердца. Я, наверное, с каким-то другим перепутал. Хорошее начало. Очень хорошее начало. Жесть. What? Там их двое было? Они падали как один, а потом оказалось, что их двое. Чуть бред какой-то. Блин, он вообще незаметно это делает. Еще и на полное сердце задамажил. Вообще незаметно стреляет. Нормально. А это должна быть страшная какашка, да? Там аура была, но при этом сама какашка была обычной. Он два раза выстрелил. Ладно. Ну ладно. После двух тирдапов не страшно. Я могу. На одном хп быть. Окей, это еще лучше. Давно капельницы не было. Можно вперед стрелять. Ладно, пока по этажу побегаю. Говно.
Я никогда не привыкну к этим выстрелам. Ладно, пошли босса убивать. Об этом я не подумал. Ну, минус сердце, чё. А может мне остаться с этим скальпельницей? Хотя зачем она мне? Blind. Отстой. Как меня не задело? Книжка деда тоже имба. В каком-то смысле. Надо книжку зарядить. Вот моя армия.
Больше дисков. Нет, Костики, не умирайте. Удачи. Остальные статы мне за что дали? Капельницу я уже видел. Я максимум еще одну могу встретить. У меня ушки стримерши. Сразу стримерши, потому что всерьез такие носить никто не будет, только для показухи. Диски дают несколько предметов определенного пула. Швинка. Не знаю, зачем она мне, но пусть будет. Фига там ОПГ. Мод тестировали. Вообще это все равно челлендж слабый. Странный челлендж. Я его не могу выкинуть? В чем подвох? Подождите. В чем-то подвох. Не может быть прилока, который просто все статы делает и все. Костики подохли. Он может ломаться при подборе ключа. Понял. Спасибо. Буду знать. Ну, значит, ключи можно просто не подбирать. Давай вот так. Сам такой.
Теперь это буквально обычный забег. Без дебильного брелока. Жесть, а чё их так много? 6 удачи. Я проебал. Я проебал. Ну ладно, бывает. Я забыл, что ключи нельзя брать. Блин, а эти стежки, или как они там называются? 6 удачи и 100% шанс, это в принципе очень даже хорошо. Петя? Петя. В момент этого челленджа, в момент создания этого челленджа не было механики проглатывания брелоков. Поэтому он здесь просто залочен так. Тут уж ничего не поделаешь. Все-таки надо было в ту сторону идти, хотя там может быть цикл. Нет, там не будет цикла, я просто зря сюда пришел. Что-то стопка дисков фигня, мне кажется. Ты говорил, что она типа имба. Я не вижу ничего такого. Просто диски иногда появляются. Причем в основном в комнате босса. Можно было сделать его на одном из высших патчей. Тут дело в другом. Челлендж, что все еще предыдущего дополнения. Не, замедление на комнату на Бестане распространяется вместе с догмой. Это разные комнаты. О боже, что это такое?
Жаль, императора нету. Снова XL бомб. Повезло, повезло. Ой, как повезло. А, у меня хаос сработал на диск. Вот это забавная синергия. Я не подумал, что хаос будет действовать на диске. Даже в мыслях не было. Отлично. Шпоры открыл. Нормально. Идет.